Что ж, привет, народ! И мы продолжаем. И я думаю, я даже думаю, что это может быть заключительная часть, потому что просто я в этом уверен. Что ж, ребята, ну, не то что уверен, но может быть будет заключительная. Так что продолжаем, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делать репосты и посмотрим, сможем ли мы сдержать толпу зомби или она прорвется и все будет плохо. Посмотрим. Я не знаю, ребята, это Walking Dead, тут все что угодно может произойти. Даже апокалипсис. А, он уже был. Ой. Бум шакалака, бум шакалака, бум шакалака, бум шакалака. Что, зомбарей-то много? И слишком много, чёрт. Продолжай стрелять. Они сюда не пройдут. Найди что-нибудь, чтобы заблокировать ворота. Помогите нам. Пушка. Этим можно блокировать ворота. Я помогу, давай. Не ездит, давай вместе. Во. Вместе, готовы? Погнали, пушечкой, пушечкой. О, черт. Да что там за чертовщина происходит? А нам идти, всем отойти. Джейн, Сара, держись. Эй, я не могу больше держаться. А, помогите! Спасай Сару. Клементина, давай. Джейн, спасай Сару. Ты с ума сошла? Она тут не выберется. Тащи меня. Это суицид. Вернее, самоубийство. В данном случае так лучше привести. Ее бросать нельзя. Ее бросать нельзя. Даже надо попытаться. Давай. Рискнем. Все получится. Хорошо, двигайся. Я не могу. Помоги мне кто-нибудь. Я пытаюсь. Ты должна меня слушать. Сара, верь Джейн. Джейн, поторопись. Сара, ты должна поверить Джейн. Черт. Сара. Все. Черт возьми, не спасли. Опу. Знаете, такой персонаж был хороший. Мне даже жаль. Вот мне серьезно, мне жаль эту девочку. Клем, мне так жаль. Я пыталась. Я знаю. Ты даже не хотел ее спасать. Спасибо, что пошла туда. Просто времени не хватило. Спасибо, что спустилась. Не была, это не была твоя вина. Толкай. О, лезут. Они сюда заберутся? Это дерьмо какая-нибудь кончится. Уничтожь палубу. Они разве не слишком тяжелые? Брось что-нибудь на них. Вот брось. Может быть что-нибудь на них сбросим? Да больше ничего нет. Может быть всю палубу сбросим? Права. Права, всю палубу бросай. Ты что, с ума сошел? А как мы это сделаем? Не знаю, просто посмотритесь. Вот так вот, отстрелить. Можно отстрелить цепь. Дерьмо. Смотрите. Это сработает. Мы разрежем веревку, и вся штука развалится. Клементина, двигай. Давай. Я делаю это настолько быстро, насколько могу. Осторожнее. Сукинцы. Что помогло? О, о нет. А что нет, ребенок что мертвый? Нет. Нет. Они живой, живой, смотри. Я уже думал мертвый. Боже мой, хоть не напрасно трудились.
И замогритель тут лазит вокруг. Привет, Клементина. Привет. Ну как у него дела? Это он? Он идеален. Это же просто идеальный маленький мужик. Классный перевод, правда? Он похож на Алвина. Что теперь будем делать? Он не похож на Карвера. Кто самый идеальный маленький мужичок во всем мире? Похож на Алвина. Думаешь так? Да, точно. Спасибо. Я в порядке. Просто я бы хотел, чтобы мне было теплее. Клементина, почему бы ей не дать ту куртку, которую мы нашли? Извини, знаешь насчет цвета. Ты думаешь, что меня цвет волнует? Хочешь подержать его? Да, пожалуйста. А можно? Конечно. Ты семья здесь, вот. Какая маленькая детка. Лайк за детку, ребята. Лайк, репосты. Все подряд, ребята. Нажимайте там, под видео очень много кнопок, нажмите все. Вот посмотрите, что будет. И, не знаю, если интернет не взорвется, то все хорошо. Все за детку. Так, приласкать ребенка, он платит. Что делать? Хорошо, мне надоело его держать. Так, приласкать. Ну вот так. Все. Да, у тебя просто талант. Посмотри на тебя. Ты как большая сестра. Вот, да, я возьму его. Вам обеим надо отдохнуть. Особенно тебе. Когда ты в последний раз спал, Кенни? Да, год два назад, я в порядке. Кто же должен за тобой следить, пока твоя мама поспит? Никогда этот запах не забудешь. А, черт. Что делаешь? Послушай, извини. Мне идти надо. Что насчет Люка? Идти куда? Я понимаю. Хорошо. Я волновалась, что это все в драму превратится. Знаешь, Джейми. Сара. Я понимаю, слишком много смертей. Просто Сара умерла, и она чувствует себя дважды виноватой. Поэтому вот ей тяжело, и она уходит, и ее надо отпустить. Я больше не буду здесь, и не хочу, чтобы это с тобой еще произошло. Ты знаешь ставки. Я думал, ты в меня веришь. Я не такая, как они. Нет. Но если пройдет достаточно времени... И твоя удача иссякнет. Послушай, когда все летит к чертям, потому что всегда так случается, помни, что ты можешь все сделать сама. Это не вариант для всех. Если все идет плохо, не дай им затянуть тебя в пучину с собой. Ты им ничего не должна. И они заставят тебя так чувствовать, и как будто вы все одна счастливая семья. Я знаю. Можно я пойду с тобой? Я им много все должна. Я этим людям за все должна. Они меня оберегали, следили за мной. И я не выжил без них. Ну... Вечно они тебя защищать не смогут. Никто вечно не будет защищен. В общем, безопасности вечно быть нельзя. Заботься о себе. Ну, то есть... Here. Вот. Взять. Thanks. Спасибо. Yeah. Да. I, Я...
I gotta go. Мне идти надо. You'd be asleep by now. Я думал, ты сейчас уже спала бы. Ты в порядке? Все нормально? Нет, я не в порядке. No. Нет. I guess we all got stuff on our minds. Ну, у нас у всех на своем уме что-то. Temperature's dropping. Температура падает. Еды мало. I think we gotta stay put for a while. Я думаю, пока что тут остаемся из-за ребенка и Бекки. Когда все немножко облегчится, найдем место, которое мы сможем оборовать, так сказать. What? Что? Jane left. Джейн ушла. По добру, по здорову. Что, когда? Прямо сейчас. Серьезно? И она ничего не сказала, что потому что уже ушла от меня? Да что за дерьмо такое? Черт тебя дери! Hey, keep it down. Эй, спокойнее там, извини. Я просто... просто Джейн ушла. Серьезно, Люк? Да хватит это детское дерьмо тут продвигать. Детское? Чё ты, Кенни, ты можешь просто отстать? Нет, ты рискуешь нашими жизнями, жизнью этого ребенка. Может быть, так что вы оба можете просто катиться отсюда, как два гребаных тинейджера. Смотри, понимаешь, я ошибся, ладно? Так, вы оба ведете себя как придурки. Люк ничего не сделал не так. Кенни думает за группу. Вы оба ведете себя как придурки. Нет, не нормально. Ребят, вы оба придурки сейчас. Все, что вы делаете, деретесь. I'm sorry. Извини, okay? I'm мне жаль, up. Извини, you know, Jane... обосрался я. Но знаешь что? И знаешь, она мне сделала предложение, okay? И мне это нужно было, то есть, серьезно, okay? Посмотри. Shit, все so в дерьме. Так что, знаешь, прости меня, что я хотя бы одним моментом в жизни насладился. Ладно, но этот ребенок, он теперь то, что нас должно заботить, понял? Так что давай, соберись. Кенни, где мой ребенок? Все нормально, ребят? Все очень хорошо. Нам нужно хорошее место, чтобы его вырастить. И это не здесь. Нам нужно двигаться. Направляемся на север. Идем в Веллингтон. Это наша лучшая попытка. Есть город за рекой. Там может быть безопасно. Ну, хорошая остановка точно будет. Кенни, извини. Клем говорит дело. Там может быть целый город с припасами. И вроде как недалеко отсюда. Ну, в любом случае, лучше, чем здесь. Лучше, по-моему, это лучше для нас место. Так что нам нужно идти в путь. Настолько скоро, насколько возможно. Идем с первым светом. Эй, ты о чем? Ребекке нужен отдых. Пару дней, как минимум. У нас тут формула с ребенком. Нужно уходить утром. Утром. Это не поможет остальным из нас. А что насчет укрытия? Мы тут замерзнем. Кенни прав. Мы утром уже отходим. Ребекка вообще не в состоянии для путешествий. Я буду в порядке. Если есть шанс найти еду, рискнуть придется. Хорошо. Ладно. Если это то, что хочешь. Смотри, нам всем нужно немного поспать. День был длинный. Что ты хмурый, боже мой? Ну, потрахался ты, больше не будешь трахаться. Ну, что ж поделать? Тут жизнь такая тяжелая. Sorry. Извини. Okay, Bex. Все нормально, Бекс. Все будет хорошо. А у нас нет лекарства от простуды? Или есть? По-моему, нет. Снег, поля. Боже, я сейчас ослепну от этой белизны.
Все, тут уже зима. А у нас как-то одежда не очень зимняя, по-моему. Уже заморозки. Ты в порядке? Она истощена, мы все истощены. И я еще могу идти. Да она бледная вся, как и все мы. Нужно оставаться наготове. Нужно было остаться, пока она не почувствовала бы себя лучше. Она бы, ей бы там лучше не стало. Нам нужно найти еду и найти теплое место. Ты что, тебе кажется, тут тепло? Мы еще можем развернуться, это не вариант. Всем держаться. Нам нужно продолжать двигаться, если мы хотим добраться до города до ночи. Ты вообще никого больше не слушаешь. Ты просто приказы всем раздаешь. Ты должен немного всех расслабить. Ты слишком многого хочешь. Споры нам не помогут. Нам нужно продолжать двигаться, мы все устали. Я просто пытаюсь сделать то, что нужно, как всегда. Я не прав. Нужно продолжать идти. Да, наверное. Конечно же, я ожидал от тебя, что ты этого скажешь, учитывая, что прошлой ночью согласилась. Всем сюда. Тут можно сесть. Ребекка, да я возьму ребенка. Он в порядке. Он у меня. Нет, отдохни минутку, я за ним послежу. Отойди, Кенни. Она сказала, что ты не хочешь трогать. Она сказала, что, не... что она не хочет, чтобы ты трогал ребенка. Хватит тут с ума сходить, ладно? Я тут не схожу с ума. Да, ты только что сходил с ума. Это не твой ребенок, Кенни. Кенни знает, что он делает. Ты уже слушать Люк. Кенни знает, что он делает. И не в тот, кто он сейчас. Кенни знает, что он делает. Он раньше был отцом. Я не об этом волновался. Алло? Это что такое? Тут парень. Да тебя слышно, слышно. Арво? Арво? Джейн и я встретили его на этой палубе. До того, как все остальные пришли. Ты знаешь этого сукиного сына? Что ему надо? У него вроде сестра больная. Мы должны ему помочь. Да вроде как он опасным не выглядит. У него сестра больная. Они, у них могут быть проблемы. Ну лады. Реально, он не выглядит очень опасным человеком. Привет. Тебя же Клементина зовут, да? Привет, Арво. Это твои друзья? Я надеюсь, что вы теперь мне можете помочь, не как раньше. Все вы сможете мне помочь. Что тебе нужно? Как твоя сестра? Как твоя сестра? Как твоя сестра там проживает? Сестра? Не очень. Мне нужны вещи, ну, чтобы забинтовать. Бинты нужны. Ты ранен, что ли? Никакие оружие! Никакие оружие! Никакие оружие! Тут все понятно. Черт! Это они? Да. Это прям банда русских, смотрите-ка. Даже в The Walking Dead есть банда русских. И мне не надо переводить, тут видите, даже субтитров тут нет. Скажи им, чтобы они поставили их оружие на пол, и что вы забираете... Поставили их оружие на пол, потрясающе, поставили оружие на пол. Все, что они имеют. Что ты... Все, что они имеют, все, что их есть. Ребята, ребята из Telltale Games, сделайте нормальный русский, ну... Эти люди, видно, что они из Восточной Европы, то есть я вижу, что это не... Я слышу, что это не американцы зачитывают текст, это восточноевропейцы. Но текст немножко говяно зачитывают, могли бы получше. Уж проект хороший, могли бы нормальных русских нанять. Ну, вернее, именно русских нанять, а не каких-то там, не знаю, сербов или еще кого-то. Я ничего против сербов не имею, просто как пример привел, это не русские, они не могут так правильно все произносить.
Просто не знаю, почему-то меня ассоциируется с серпами. Знаете, напоминает GTA. Примерно так же там Нико Белих разговаривал. Именно поэтому я сказал сербы. Хотя, знаете, я бы съездил в Сербию. В любом случае, это не важно. Нам не нужны проблемы. Что смешного, что он сказал. Хочу, чтобы я взял. Нам не нужны проблемы. I told them you are the ones who robbed me. Я сказал им, что вы те, кто меня обокрали. Что, думаете, что это смешно, что ты всего лишь маленькая девочка? Обокрали? И они хотят, чтобы ты и твои друзья положили свое оружие, и мы заберем ваши вещи. Эй, спокойнее, что за чертовщина такая? Я только взяла пилюльки, давайте что-нибудь придумаем. Ты ничего не возьмешь, давай что-нибудь придумаем. Может быть, что-нибудь придумать можно. Что она говорит? Подожди, подожди. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь? Мы дадим тебе что-то равноценное. Мы дадим тебе что-то равноценное. Что, что мы забрали у тебя, мы тебе дадим что-то настолько же хорошее. Возьми все. I'm sorry, Clementine. Извини, Клементина. But we are not here to make deals. Но мы тут не делки, сделки проворачиваем. Бурик говорит, что мы заберем все. Черт возьми, это не русские имена, ребята. This can be easy for you. Arvo, все может быть проще. Скажи, чтобы они опустили оружие. All of you, just put your guns down. This will be fine. Скажи мне стрелять. Мы положим ваше оружие. У нас ребенок. We have a baby. You have a baby with you? А что, у вас тут ребенок? У них грудничковый ребенок. Грудничковый, да, именно грудничковый. Ладно, все, хватит передразнивать их. Если ты знаешь, что хорошо для тебя. Эй, да, отойди ты. Сейчас и слишком много. Бурико, отойди. Drop that now, or I'm gonna fucking shoot it. Эй, бросай пушку, или я тебя застрелю нафиг. Пожалуйста, не надо. Drop it. Да хватит... Да хватит траться! Чё траться? Что... Хватит... пытаться меня застрелить, ублюдок. Я тебе гарантирую, что я стреляю лучше, чем... ты. Ты хочешь умереть? Не зли меня. Ты думаешь, что я... Всем успокоиться. Всё не должно так кончиться. Опусти оружие! Я зачем вы этого делаете? Стреляйте! Я не хочу умирать! Что-то стало... Что? Пристрелить Ребекку. Нет! Черт, я думаю... Знаете, я просто замолчал, задумался над своим выбором. Я думаю, что... Почему выборы не отображаются? Ну что ж, я считаю, вообще нужно было помощи просить, но ладно. Что выбрали, то выбрали. Я выбрал выстрел. Нам даже не покажут, что будет в следующем эпизоде. Что, нет? Нет, нам не покажут этого. Мне даже мой выбор не показали. Видимо, эпизод слишком свежий. Еще нет статистики. Ну ладно, в любом случае, в принципе, хороший эпизод, очень напряженный. Но я как-то ожидал большего, честно сказать, по напряжению. Я ожидал большего. По-моему, не намного напряженнее прошлых эпизодов. Я бы сказал, третий эпизод даже был пожестче. Я должен... Нет, третий скучный был. Второй эпизод, я бы сказал, самый жесткий был из всех. Третий был скучный, четвертый вот этот хороший, крепкий эпизод. В принципе, мне все понравилось. Спасибо за просмотр, ребята. Я вообще дико доволен, и... Я жду 5-го эпизода, надеюсь, вы тоже... надеюсь, вы тоже, конечно, ждете. Я немножко жалею, что я выстрелил, я не думал, что это прямо сейчас конец будет. Но, что же... узнаем, что в 5-м эпизоде, чем все кончилось. Они явно не сдохли все, хоть были выстрелы. Но мы узнаем, чем все кончилось. В общем, спасибо за просмотр, ребят. Пока, до следующего раза. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайки и все остальное. А это то, что произойдет, если мы не будем стрелять в Ребекку. Узнаем, правда ли в The Walking Dead можно делать выбор. Help! Rebecca, no!
Вы поняли, что изменилось от того, что я сказал? Вернее, выбрал другой вариант. Ничего. Абсолютно ничего. Вот тебе иллюзия выбора.